18 октября отмечается День духовного согласия. Он был утвержден в 1992 году, когда в Казахстане прошел первый Всемирный конгресс духовного согласия. Ежегодно по этой теме организуются различные мероприятия. Казахстан – это светское государство, в которое вошли представители сотен этносов и нескольких религий. Мир и стабильность между представителями различных религий, взаимная солидарность этносов важны для мирной жизни. Межрелигиозное и межнациональное согласие – один из основных факторов, напрямую влияющих на экономику и социальный климат любого государства. Духовное согласие открывает нам путь к дальнейшему развитию межконфессионального единства, укреплению отношений с другими народами. Основная цель таких мероприятий состоит в том, чтобы собрать всех представителей религии за одним столом. И не только представителей религии, но и представителей разных национальностей. В ходе встречи гости, которые рассказали о межрелигиозном согласии в нашей стране, выразили глубокую признательность за то, что живут в светском государстве. Для сохранения мира в нашей стране и благополучия народа широко обсуждалась тема укрепления взаимоотношений. Мы считаем, что если подобные меры будут приниматься со стороны государства, мы сможем и дальше сохранять, укреплять и пропагандировать мир и согласие. Алихан Бакихан говорил, служить нации – это не от знания, а от характера. То есть пользу человеку приносит не только знания, но и правильный характер. Характер – это то, что мы получили от наших родителей и предков. И хороший характер нужно передавать новому поколению. Духовное согласие – это крепкая среда общих ценностей, присущих нашей нации. Это уважение к старшим, уважение к семье, забота о детях, гостеприимство, мир, дружба и сплоченность. Выступая на собрании, священнослужитель выразил такое мнение. Для сохранения спокойствия семьи необходимо начинать работать над собой. Что все же начинается от близкого, ближнего круга нашего общения. То есть и в семьях поэтому раздоры какие-то, там муж с женой не могут никак вот найти общий язык, там с детьми никак не получается что-то там, вот тоже какие-то вот, хотя мы вроде тоже такие были детьми, и то мы не всегда понимаем вот друг друга. Нужно учиться это, конечно, в себе увидеть. То есть здесь уже самое важное, наверное, искать умиротворение. В завершении мероприятия граждане, идущие по пути духовной солидарности, были награждены благодарственными письмами акима города. Ботагөз Дандыбаева, Ахбут Абиахмет, Наргиз Айдын, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».